Надо вернуться. Свихнулся? Я тоже люблю шумные перестрелки. Но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? И Ники? А будь это Грут, и его бы ты бросил. Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Гамора? Это же... Да. Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета! Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горя хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубийц. Потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка! Крышка! Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Какая муха ее укусила? Я есть Грут. Итак, сматываемся отсюда? Не спеши. Сперва попробуем связаться с Космо. Я есть Грут. План класс, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грут до него достучится. Да-да. Убивашки сегодня особенно боевое настроение. Эй, смотри, не поруби там ничего в грузовом трюме. Запасы мы не скоро пополним. Суров? Извини, конечно, но можно подумать, это я всех звал лечь на амбразуру. Так, Дракс? Да. Да что с ней вообще? Мы должны вернуться. Мы герои, но всему же есть предел. Дракс, ты в порядке? Я размышляю об этом. Я тебя понимаю. После этой истории с Ники и обманным обещанием, мы видели, как наши близкие умирают второй раз. Моя семья не просто умерла. Их убил Танос. Хотя я не хочу это обсуждать. Я видел, как ты смотришь. Кыш, кыш, подвинься. На что смотришь? Ну нет, я запрещаю тебе жевать мой корабль. Мой корабль. Уйди. Ишь ты, видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь, это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера. Нет. Будь у нас хоть каплю ума, мы бы этих кретинов-церковников за милю обходили. Я есть Грут. Питер, нам нужно... Гамора, привет. Это... медаль, которой наградили Карел? Да. Забрал из ее кабинета. Собирался отдать ей при встрече, но... Никто не мог знать, что Карел погибнет. И что Ники станет матриархом. И что она, возможно, моя дочь. Это тоже. Она завалит меня вопросами, я даже не знаю, с чего начать. Как вы с мамой познакомились, почему-то нас бросил. Я хоть желанный ребенок.
Иду по стопам отца. Ну, если хочешь, потренируйся на мне. Карел не сказала мне про Ники. У нее был шанс 3 года назад, но она молчала. А что тогда было? Обещай не судить меня слишком строго. Обещать не могу. Я люблю осуждать. Ладно. Карел застукала меня с похищенной 12-летней девочкой. Да, понятно, почему она не упомянула Ники. Все было не так. Это не я ее похитил, а Йонду. Я говорил, это неправильно, нужно ее вернуть, но он не уступил. Тогда я угнал Милана и повез ее к родителям, и вот тут-то Карел меня и перехватила. Угу. Слушай, когда война закончилась, мы пошли каждый своим путем. Я вернулся к опустошителям, Карел вступила в корпус. У нас с ней не было будущего. Когда она поймала меня с ребенком, я увидел ее разочарование и осознал, что должен порвать с прошлым. Пусть даже придется сдать Йонду. Это из-за тебя Йонду попал на Килн? Так вот почему за тебя назначили награду. Он, наверное, был в ярости. Да, но я ни о чем не жалею. Только вот Карел давно могла бы рассказать мне про Ники, а она молчала. Если бы я знал, может... Самое главное теперь ты знаешь. Да. Кое-что я Нике уже рассказал. Но не все. Ну а как тут подобрать слова? Слышь, мы с твоей мамой того, возможно, я твой папа. Лучше не так. Это была война. Мы с опустошителями грабили линии снабжения Читаури, ну, пиратствовали. Мы думали о выживании, больше ни о чем. И уж точно не о детях. Да я Карел встретил, потому что Читаури подбирались к земле. Меркурий, да, я помню. Ричард Райдер построил форпост на поверхности планеты. Да, маленький форпост со смешным арсеналом и горсткой бойцов, у которого не было ни шанса выстоять против внезапного нападения Читаури. Я должен был что-то предпринять. Думаю, Ники бы поняла. Они чуть не погибли. К тому времени, как я убедил Йонду, форпост уже пал. Мы думали, что опоздали. И вдруг из пещер выходит Карел с отрядом. Она была такая... крутая. Из ее бойцов выжили все соки, но она не желала сдавать Меркурий без боя. Вот это похоже на Карел, какой я ее помню. Я убеждал Йонду остаться и помочь им отбить форпост. Но умирать за идею он не хотел. Так что остался я. Мы вместе строили планы. Иногда до глубокой ночи. У нас ушло 3 дня, чтобы подготовить контратаку. Да и то рискованную. Мы думали, что погибнем. Но не погибли. Да, не погибли. И теперь я должен как-то объяснить своей дочке, что ее мать умерла. Короче, пока не вернем Ники, есть заботы поважнее. Это подождет. Да. Но когда дойдет до этого разговора, просто будь с ней честен. Остальное приложится. Да. Наверное, ты права. Нам с Квиллом незачем мириться. Я есть Грут. Но если он наконец возьмется за ум и уведет Милана как можно дальше от церковников, будем считать, мы в расчете. Я это растение уже где-то видел. Грут его забвение принес. Вряд ли мы лишились бы связи, если бы оставили ламу тут. Ух ты, сколько завитков! И это растение? Где Грут такое откопал? Здесь сказано, что 14 лет назад коллекционер заявил о краже Грута. Что тебе нужно? О, привет! Ракета, Грут! Чё, как? По какому праву ты копаешься в вещах Грута? Я есть Грут. Зря не возражаешь. Ребят! Грут, я не хотел к тебе вторгаться. Серьезно, я бы ни за что. Просто мне любопытно, откуда взялся этот доклад.
Да, этот доклад, чтобы ты знал, будет в груди массу болезненных воспоминаний. Так держать. Я есть груд. А вот и нет. Коллекционер держал тебя в клетке, как... какого-то зверя. Будто мало тебе уничтоженной планеты. Я есть груд. Ладно. Говорит, задавай свои дурацкие вопросы. Что случилось с твоей планетой? Я есть Грут. Мне ты не говорил. Я есть Грут. Что он сказал? Читаури взорвали его планету экспериментальной мегабомбой. С ума сойти. Какой ужас. Я есть Грут. Это еще не все, Квилл. Грут говорит, после взрыва планеты Икс другие ветвистые миры мобилизовались, но Читаури были сильнее, их тоже уничтожили. Я есть Грут. Насколько он знает, он последний из рода. О, Грут. Бедняга. Не знаю, что бы я делал, будь я последним из людей. Я есть Грут. Говорит, все не так плохо. Ведь есть мы. Как ты вообще попал в лапы к коллекционеру? Как еще? Он его украл. Я есть Грут. Ладно, рассказывай. Я есть Грут. Говорит, в начале войны коллекционер нашел его среди обломков его планеты. Обалдеть. Но лишь кусочек, щепку. Остальное погибло вместе со всеми. Одну щепку? Ты что, не можешь умереть? Я есть Грут. Умереть может, но не умрет. Я этого не допущу. Пересажу хоть миллион раз, если нужно. А как коллекционер тебя нашел? Я есть Грут. Его спящего подобрал дрон-разведчик. Видимо, старина Тиван всегда в поиске новых образцов. Я есть Грут. Рабство не назовешь спасением. Я есть Грут. Он настаивает, что тот его спас. Посадил его сначала в катку, а потом в клетку. Я его выкрал, о чем и речь в докладе. Его Грута еще ищут? За ним не охотится коллекционер? Ты видишь тут кумпологоловых? Ну ладно. Мы мало общаемся, Грут. По очевидным причинам. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Прошлое не изменишь, но я попробую сделать будущее лучше. Я есть Грут. Говорит, он знает и ценит. Осторожно. Привет, Гамора. Уходи, Питер. Да ладно. Я просто хотел... Ты же столько тогда наговорила. Может, поговорим? Не хочу разговоров. Ладно. Тогда не говорю. Буду петь. Что? Oh, who the hunter, who the game. I feel the beat, call your name. Ну же, подпевай мне. I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Но вместе! Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache. Bang, bang! I am the warrior. I am the warrior. And heart to heart to win. Вот видишь, без разговоров. Ладно, против этой я устоять не могу. Чего ты хотел? Не хочешь рассказать, как оторвала руку Рейкеру? Не о чем говорить. Ты отрубила ему руку. И это все.
Он по-прежнему там, с Ники, манипулирует ею, лжет ей и раздает эти обещания. Заставляет всех думать... Их нельзя вернуть. Кого ты видела? В обещании. Подозреваю, что не Таноса. Никого. Ничего, это обман. И его нужно остановить. Точно. Мы сделаем это. Просто постарайся не разрубить Милана пополам. Отойди. Есть там кто? Дракс! Ты в порядке? Открой! Питер Квилл! Мы ждем тебя в рубке. У тебя же был отчет для пса. Возможно, я все запишу. Дракс. Виноват. Я освобожу уборную через пару тактов. Стоп. Это моя зубная щетка? Эй, ракета, есть минутка. Попросишь засунуть гранату в резинового утенка? Укушу. Серьезно? Ничего? Ладно. Ну, а ты как? Нормально? Уверен? Мы же там такого повидали. Я есть Крут. Возможно, я не подходящий собеседник. Но вам с ракетой точно нужно это обсудить. Рад, что вы друг другу помогаете. Береги себя. Я есть Крут. Ну что там? Я есть Крут. Страж Галактик. Космо, друг, куда пропал? Тебе не дозвониться. Прости, Петр Квилл. У Космо связаны лапы. На забвение прибыла Церковь Вселенской Истины. Что? Как ты там? Пока что жив. Космо предупредили вовремя. Но Кору пришлось отключить предосторожность. Ну и денек, да? Эта вылазка чуть не стоила нам жизни. Вернемся, расскажем. Нет. Это дело не по зубам Космо. Стражу Галактик нужно лететь на Ксандр. Просить у мира сознания помощи. Космо не в силах пробиться. Стражу Галактик необходимо. Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Крут.
напали? Так вот они, трусы, оборочившие леди Хеллбендер. А, ну да. Ты кто в мять такой? Да вы мять заебали, да, блядь. Я не вступаю в разговоры с низшими формами жизни. Но мой контракт с леди Хеллбендер позволяет это сделать. Так вот что, убожество. Обращайся ко мне согласно званию. Я капитан Слава, лидер Смертельного Легиона. Так уж и смертельного. Скорее, сопливого. Нас окружили. Слушайте, я знаю, леди Хеллбендер злится на нас, но сейчас момент неподходящий. Ты думал, она прекратит охоту, потому что вам повезло выскользнуть? Из рук кровных братьев на забвении? Да. Да ты такой же кретин, как они. Леди Хеллбендер шлет привет, пресловутые Стражи Галактики. Вы будете уничтожены. Нет, это вы будете уничтожены. Блять. Уел его. Ладно, прорвемся. Может быть. Огонь из всех орудий. Эти отбросы не стоят того, чтобы... Зацепил я его? По нам стреляют! Телетан! Я попал! Не подставляйся, Квин! Не получается! Парни, тут не Смертельный Легион. Держись, приятель! Они нас пока еще не пришили! Эти корабли не удается быстро уничтожить! Это искусство, ракета! Твори! Умеют они появляться не вовремя. Еще одной проблемой больше. Ого! Сколько она предложила этих парней? Остался парням. Один смертельный долдон! У-у-у! А чё ж так много-то? Ну и кто тут низшая форма жизни? Пока ты. Питер, на радаре сигнал. Что? Придется разобраться с вами лично. Вы подбили истребителей, но мой крейсер вас уничтожит. Покажи класс, Квейл! Они оскорбили нас! Это все? И этим ты хвалился? О чем ты? Нет-нет, он... Ну, наверное, он удобный. Не смейся надо мной! Попробуй по мишени. Неплохо заехали! Бей выпускные каналы! Это точно не сработает. Спасибо. Значит, точно сработает. Кретины, защищать каналы. Он уже напоминает мне ракету. Это лингвистическая компетенция. Леди Череп умеет заявиться не вовремя! Она здесь? Нет, прислала громил! Ты там в порядке, Кэт? Не уклоняйся, не узнаешь. Больно стражи. Нет, ни капельки! Ты это, за себя говори! Избавлять огонь! И не уходить! Прямиком в канал! Этот парень меня бесит! Нас бьют! Он нас в клочья разносит! Не разносит, ты чё?
На нас уже будто вся галактика зуб точит. Половина, так точно. Нам явно нужно подправить имя. Ограничиться. Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Жми! Но это не конец, а то я думал вообще, типа, уже финал. Думал, чё так быстро. А чё тогда принять да это? Да уж, старичку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Ого, кто знал, что в космосе бывают пробки? Я не видела столько кораблей у Ксандера с начала Галактической войны. Или это такой своеобразный геймовер? Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Не, в принципе, офигенно. Принимаешь веру и все. Вынужденный интернации. Батареи на исходе. Мне нужен доступ к устройствам. Смертный интеллект. Он тяжелый, что? Это корабли из обратившихся миров. Беженцы? Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет, 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 нет. Корпус Нова, кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. Хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут. Добро пожаловать в штаб-квартиру корпуса Нова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Стандартный галактический, наверное. Выберешь язык Кри, я тебе уши отгрызу. Цель вашего обращения. Охотник должен уметь решать быстро. Надо сообщить о намерениях Рейкера. А в мятское миросознание о них еще не знает? Может, без подробностей. Мы в курсе ситуации, но не имеем возможности ею заняться. Выбери уже что-нибудь. Может, готовящееся преступление? Точно! Сообщим о том, что хотим провернуть, и повесим это на какого-нибудь ушлепка. Благодарим за информацию. Однако в свете приближающегося конца света предотвращение преступлений не актуально. Почему эта опция не работает? Это же Нова! Они должны помогать! Предлагаю список личного состава. Миросознание там должно значиться. Надо рассказать им об обещании. Точно! Ведь все остальные корабли тут молчат, как партизаны. Да! Подключаемся к банковскому. Невероятно, сработало. Спаржа Галактики. Спаржа. Как понять вас? Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я. Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать Галактику. Уже не спасти, Питер Квилл. Что? Массовый психоз. Обещание. Сметает системы, обращая всех на свою пути. Менее чем за три цифра. Оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Пракси 9, Ривель 3. 75,202. 2000% галактики. Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай, мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Она машина. Да, и во мне железки имеются. Но не вздумай называть меня оно. Я есть Грут. Знаешь, выродок хотя бы звучит грозно. Слушайте, мы же сбежали с корабля церкви. Сведений столько, что вы их легко утихомирите. Едва ли вы можете сообщить нам что-то новое. Вообще, я знаю пару вещей, о которых не знает суперкомпьютер. Например?
Ну, скажем, как правильно гладить шиарианскую боевую птицу. Как ты вообще выжил? Я просто знаю, где погладить. Да? Что ж, я знаю, где купить крякнутый шлем и корпус Нова так дешево, что даже не смешно. Что? Они явно ни сном, ни духом. Они бы это пресекли. Дело в том, что мы видели это, испытали это, побороли обещания, и, может быть, наш опыт поможет вам прижать их к стенке. Это возможно. Мы упустили из виду важность индивидуального опыта и воспоминаний в наших архивах. Круто. Давайте объединимся. Но при этом, учитывая размытые параметры данного запроса, реализацию протокола поиска обсчитаем. Что ж, прошу извинить нас. Церковь Вселенской Истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их выявления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива – сбережение сандерианской культуры. Остальное не так важно. Вы свою-то планету видели? Плачет горькими слезами вся ваша культура. Культура – это не просто имя. Вы лидер Корпуса Нова. Ваш долг – защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной деятельности. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них. Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной. По неясной причине. Церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы подгоним вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Черпать энергию из веры нелогично. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. В этом их беда. Ха! Вы управляете силой Нова, волшебной энергией, питающей корпус Нова. Она не волшебная. Но да. Тогда объясните ее мне. Ведь обыватель здесь тоже не видит логики. Танос говорил, ее генерируют живые компьютеры Ксандера. Живые компьютеры Ксандера и есть сила Нова. Она есть, потому что мы есть. Раз мы есть, существует и она. Значит, вы укращаете коллективную энергию. Также Рейкер поступает с верой. Может быть, церковь тем же способом действует? Возможно. Вы дали нам пищу для размышлений. Стражи Галактики. Подумаем. Позже. Сейчас мы вынуждены готовиться к отбытию. Все равно валите. Мы принимали решение рассмотреть все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Атом Ворлок. Исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. В последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально. Вы пришли к тому же заключению, что и мы. Похоже, приготовление к путешествию почти завершено. Прощайте, стражи Галактики. Нет, стойте! Как же это в духе нахуй, блядь. Не помогли тогда, блядь. И сейчас не помогут. Я есть Грут. Что? Издеваешься? Грот сказал, на горячей линии так и висят в ожидании штрафа. Ладно, давайте с этим покончим. Подтвердить платеж. А, что? Вселенная вот-вот накроется, а ты спускаешь наши деньги на штраф? Слушай, друг, церковь скоро явится по нашей душе.
Если сработает трекер, нам конец. Ладно, зато вопрос решен. Делаем ноги. Питер, пошло движение. Они улетают. Секунды, блядь. У них там как планету расчленило. Там разрезало просто. Квилл. Квилл, я вижу. Шмагов сын. Они принимают обещания. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. Питер! Сперва оторвемся немного. Давай, давай. И вперед! Вот хвост! Ты что в медь натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакралия у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Ребят, обещание нужно принять добровольно. О, да. А без двигателя там крышка. Все ребят, равно. Ребят. Хватит. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды? Ладно. Нет. Только не сейчас, я не могу. Как я устал. Ну их, корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать. Сосами. Дракс, я... Не хочу разговаривать. Понимаю. Мы все малость выдохлись. Ты попробуй отдохнуть, что ли. А вот и наш великий лидер. Бля, проблемка. Хочешь закатить истерику? Поубавь на этот раз громкость. Ты сам-то от своих криков не оглох? Впрочем, с тебя останется. Наслаждайся собственным обществом. Эй, Крепыш! Прогнал ты так... Я сосредоточиться пытаюсь. Выруби уже эту хрень! Зачем огрызаться? Ладно, выключу. Такое чувство, что я целый цикл не спал. Слышь, Грот, я зажимаю...
видел? Я есть Крут. Каким? Я есть Крут. Думаете, я был единственным разом? Это слово. Серьезно? Давай, детка. Кыш, кыш. Какого... Вот как ты пробралась. К черту. И постель воняет. Класс. А, он засыпает. Дальше. У нас свой корабль, и это наша каюта. Места маловато. Какой у тебя? У меня? Причесон. Что это? Что происходит? Ты это... И я? Вставай. Говорящий енот ждет. Тебя все ждут. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. О, так у нас еще скейт есть летающий, я его не замечал. Грот хотел дать тебе поспать, прикинь? Сколько я проспал? Достаточно. Всю дорогу до карантинной зоны. Стой, а почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить корабль или нет? Мой корабль. Да, твой корабль. Давай, все уже снаружи. Давайте поосторожнее. Карантинная зона и в прошлый-то раз была небезопасна. О, да, я помню о внезапных ливнях обломков и местной фауне. А помнишь, как ты начал прыгать по старому четурианскому кораблю, и он упал? Я не виноват, что на этом металлоломе даже попрыгать нельзя. Тут все разваливается. Все уже снаружи? Да, нас ждут. Есть! Пошли! Так, а зачем мы сюда вернулись? Гляньте, кто глаза продрал. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да, знаю. А ты не спешил. Что? Ники? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Ники! Держитесь от этой штуки подальше! Я и без тебя знаю! Бля, сейчас всех сосет. Зверь догоняет нас, Питерфилл! Беги, Дракс!
Почти мою смерть! Дракс! Кто-нибудь! Ребята! Простите! Не знаю, что делать! Нет, знаешь! Знаешь! Нет! Все не так! Нельзя убегать от наших проблем! Это ведь я виноват во всем этом! Мы должны были быть героем! Оставь меня в покое! Не преследуй меня! Нужно бросить вызов страху! Принять ответственность! Что ты делаешь? Герои не сбегают! Это все какой-то бред! Нельзя убегать от наших проблем! Что ты делаешь? Ладно! Герои не сбегают! Это все какой-то бред! Ребята, получай, уродливое чудище! Питер Квилл! Питер Квилл! Отчаянные времена. Питер Квилл! Питер Квилл, вставай! Дракс, мы же договорились, прекрати. Твое внебрачное дитя не ошиблось. Ховод и Камария воскреснут. Да, ясно. Необходимо лишь верить. Дракс, не надо меня так пугать. Я сообщил благую весть, Питер Квилл. Ты потерял близких. Маму, ту женщину Кри. Тебе известно, что такое боль утраты. Дракс. Но вера и обещание матриарха воскресят наших близких. Дракс, я не... Ты ведь принял обещание или нет, Питер Квилл? Солгай. Нет, еще нет. Но не потому, что мне не хочется. Знаешь, есть вопросы. Понимаю. Обещание матриарха потрясает. Потрясает, не то слово. Я тоже не сразу осмыслил, сколь удивительно обещание. Да, да, время. Мне нужно... Время. Я дам тебе время, Питер Квилл. Но вот что. В остальных я не уверен. Древесный может и прозреет, но я боюсь, что убийца и грызун устоят. Выходит, они угрожают нашему делу. Ликвидирую их. Нет! Почему? Мы же одна семья. Ты дай им шанс. Решение непростое. Ты правда веришь, что они примут обещание? Я знаю. Скажем, Гамора. Ее папа Танос. Ей же придется в себе покопаться, прежде чем она уступит. А ракета... С чего начать? Это ходячий научный эксперимент. То, что Ники, то есть матриарх, предлагает, это все для него в диковинку. А древесный? Ну, ты же сам сказал. Он прозреет. В смысле, это Грут, да. Наша опора. Убедил, Питер Квилл. Круто, это... Это хорошо. Я скажу остальным. Нет, подожди, я ее приведу. Как? До нее миллион световых лет. Мы уже сели на ее планету. Думай, Питер Квилл. Мы придем, и она потребует ответа. Стой! Дракс! Бля. Давай все обсудим! Класс. Ладно. Чего не отвечает?
А, ракета, я здесь! О, хвала Хали! Питер, ракета, почему меня заперли в каюте? Ну, Дракс, кажись, в церковнике подался. Ты серьезно? Я есть Грут. Понимаю, это просто бред. У Дракса в голове тоже бред. И, возможно, он привел корабль к Сакралии, чтобы отыскать матриарха. Но, don't worry. У меня есть идея. Эта космолама прогрызла мне дыру в стене. Камень? Вы ей имя дали? Возможно, я смогу через нее выбраться. Мне бы только протиснуться, да добраться до рубки. И ты откроешь дверь. Именно. Так, я выбрался. Дракса не видать? Пока нет. А знаете, я рад, что все так обернулось. Почему? Почему? Да потому что я 100 раз вам твердил, эта тварь тут все сожрет. Вы слушали? Как же? Зачем вам слушать ракету? Его дело все чинить. Погоди. Так ты рад, что Ками прогрызла стену или нет? Нет. Ну, может быть. Если это поможет спастись. Да чего? Она заперта. Знаю. Просто проверил. Ну так двигай уже в рубку. Ой, кажется, я знаю, кто, когда все это кончится, будет все чинить, если мы не сдохнем. А кто же еще? Если бы не я, Милана так до сих пор и болтался бы в космосе. Можете не благодарить? Да, мы благодарны, что ты успел починить корабль, чтобы Дракс его угнал. Ого! Что? Что там? Ну, хорошие новости, мы не на Сакралии. Плохие, я понятия не имею, где мы. Потом разберемся. Сначала выпусти нас. Да. Разблокируй двери из рубки. Ах, надеюсь, ты знаешь, где рубка. Да знаю я, где рубка. Я не знаю, почему он их не разблокировал. Есть. До встречи. Чего мы дожидаемся? Надо сваливать из этого болота, пока зеленый псих не явился с новой подружкой в метеоматриархом! Ракета, стой! Мы не можем бросить Дракса. А он еще Дракс? В смысле, его ведь обратили. И что? Мы его отыщем и вернем обратно. Ты говоришь о том, чтобы похитить Дракса-разрушителя? Вот именно, разрушителя. Мы в таких передрягах бывали, столько повидали. И вдруг бросим его? Дракс еще наш друг. Этот нам больше не друг. Не вынуждай меня отдавать приказы. Ты чё, на меня свои пушки наставил? Нет, пока нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, как всё серьёзно. Мы остаёмся. Ух ты. Вмять, Квилл. Смотрю, ты вовремя решил проявить норов. Ладно, я в деле. Еще возражения? Нет. Ладно. Я из Грут. Крут. Тогда найдем нашего друга. Если здесь есть церковники, нужно продумать план нападения. Я из Грут. Мы видели их секретную базу. Здоровенный вмятский корабль. С таким кораблем никакая планета не нужна.
на этот раз? Реактивные ботинки со стразиками? Давали бы мне по юниту за каждую минуту жизни, потраченную на твои идейки. Хотел проверить, готов ли ты. Неважно, Квилл, я попытаюсь. Все пройдет по плану, быстро обернемся. А если не пойдет по плану, кому-то придется спасать твою задницу. Ты точно готов? Я есть Грут. Я есть Грут. Ой, Грут говорит, вернем Дракса. Готовы отправиться за Драксом? Нет. Но чем дольше ждем, тем сложнее его вернуть. Ну, а сейчас готовы? Питер, чтобы придумать план, 50 тактов недостаточно. Ну что, вперед! Только не это. Ты знаешь, где мы? В какой-то лагуне! Мерзкий хвост! Сколько раз вам повторять? Я ненавижу воду! Эй, не я тут корабль сажал, а Дракс. Ай, мой гадость! Да что ж такое? Я намочил шерсть. Ракета, ты цел? Ну все, ненавижу воду! Ненавижу воздух! Ненавижу работать бесплатно! Мы тут не работаем, мы Дракса спасаем. Как странно снова быть здесь. Но с тобой, по-моему, вообще все странно. Ребята, это Ламентис, планета жрецов. Еще религиозные фанатики. Они не фанатики, они пацифисты, бежавшие... Пацифисты. Еще хуже. Я есть Грут. Ты видел их на забвении? Откуда ты знаешь, где мы? Была тут после неудачного заказа. Какой заказ? Там была замешана сестра, и сейчас нам не до этого. Если Дракс думает, что это планета Матриарха, то что-то тут не так. Хватит уже там полтыхаться! Ладно, ладно. Просто местность осматриваю. Под водой всякая местность. В этом и проблема. Я есть Грут. Все в порядке я. Не переживай из-за ерунды. Что? Что Грут сказал? Неважно. Не делай такое выражение лица. Терпеть не могу. Вон там есть поселение. Мы же не над океаном пойдем? Частично, да. Не падай в него, не намокнешь. Да? А если Дракс туда упал? Не беспокойся, ракета. Если что, Гамора за тобой прыгнет. Да ну? Да ну? Ну да. Потому что мы команда. А Гамора из нас самая спортивная. Ай, лучше утонуть. Так что там у нас по плану, когда отыщем Дракса? Сначала стрелять, планировать потом. Мы не будем стрелять в Дракса. А в ракету ты стрелять был готов? Какого хвоста, Квилл? Помощь сейчас нужна Драксу. И... А вот это... Ушивый злодей. Где она? Где Матриарх? Стой, стой, стой! Отпусти его! Дракс, приятель, полегче! Она позвала меня сюда, склеить осколки. Ракета, да помоги же ты! Здрасте.
Мантис? Как ты... Что? О, это! Лесо научил меня как-то бить в одно место в разных временах. Или это Омфат в будущем научит? О, не бойся, злюка невредим. Ну, почти что. Что мы здесь делаем, Мантис? Я его позвала. На забвение. Увидела время в его мыслях. Ложь как путы. Что мне оставалось? Подкорректировать курс, очевидно. Все хорошо. Со мной будь. В тиши и мраке. Это тоже твоя бывшая, Квилл? О, нет. Не в этом времени. Идем вперед, в пещеру Жути. Не понял? Пещера Жути, где сойдутся самые мрачные наши пути. Мрачные в том смысле, что неизвестные. Ну, может, и плохие. Но точно не хуже, чем увиденное мною будущее. Вот там все плохо совсем. Беспросветно. Вам лучше и не знать. Кто-нибудь, переведите мне это. Я есть Грут. Я говорю... Говорила... О чем я успела вам рассказать? О пещере Жути? Да, точно. Большое сердце несет в себе столько печали. Во всех вариантах будущего он сломлен. Но в каких-то мы его спасаем. В этом. И мы пришли. Здесь Катати пускают корни. Итак, чисто для справки. Есть варианты, где мы с тобой... Питер, хватит. Верно. Что за Катати? Я есть Грут. Люди-растения, как Грут, но отстойные. Катати — высокоразвитая раса миролюбивых созданий, наделенных медитативной силой. А еще они стерегут тайны древней пещеры. А перерыв сделать они могут? О, нет, они к этому относятся серьезно. У нас один лишь выход — воззвать к их бесконечной мудро... Я не Грут! Впустили! А что именно мы здесь ищем? Она не знает. То, что может помочь Драксу. И мы поверим на слово этой чокнутой? Она не чокнутая. Жутковато. Да уж, жутко. Жутко опасно. Нам точно сюда надо? Не. Может, Драксу надо просто проспаться? Выглядит он более-менее. Я не смогу долго контролировать его. Только друзья Зеленого Злюки помогут ему осознать ложь Матриарха. И только в этом месте. Берегись! Чуть не успела вовремя почувствовать. Не забудьте, мы здесь, чтобы помочь Драксу. Хотя было бы неплохо узнать, как именно мы ему собираемся помогать. Ну, разумеется. Всегда проще, когда все знаешь заранее. Прям знаешь. А ты не знаешь? Пока нет. В истории с не было, и ты не виновата. Это так, Гамора. О чем она? Здесь все очень нестабильно. Эта пещера нас всех прикончит. О, нет, не всех. Не в этом варианте. Опять вода? Да что такое с этой планетой? Выглядит... Не страшно. Смертоносно, холодно и мокро. Ты просто продолжай идти. Давай, ракета.
Подумаешь, немного воды. В альтернативных будущих пушистика утопление распространенная причина его гибели. Он всегда так жалобно ловит ртом воздух. Так, только пушистику не говори. Вот, я слышу. Ну, может, я недооценил силу течения. Не останавливайся, Питер. Да, я пытаюсь. Старайся не думать о смерти. Уверен, дальше все будет суше. О, ты не прав, звездолом. Звезда. Погоня! Ох, это было опасно. Тут бывают проблемы у Гаморы. Сомневаюсь. А что тут за каменные лица такие? Жуткие, да? Мантис, мы точно идем правильной дорогой? Вроде да. Ладно, здесь уже не перепрыгнуть. Нужно обойти, поискать другую дорогу. Дайте гляну. Может, там есть другой проход? Тут есть какая-то норка. Грут говорит, за нами следят. Ладно, Гамора, давай заберемся туда. Может, мне просто пальнуть по этим камням? Нет! Я боюсь, что он нас взорвет. А ты почему против? Слишком много вариантов, в которых пушистик погибает в этой пещере. Ракета, хочешь рискнуть? Эй, гений! Эта хрень у меня над головой, вроде хлипкая. Свалите ее, и будет мост. Вот и все. Совсем даже не все. Мы понятия не имеем, что тут ищем. Думай не об этом, а о том, как много он для тебя значит. Думайте о том, сколько раз Дракс нам помогал. Назови хоть один. Как он на боровом корабле нас спас. Фырк, он тебя спас. Он много всего на себе носил. И кидался камнями. Это ему, похоже, нравится. Бросать камни – древний кататианский обычай. Ой, только потеть ради какого-то там товарища. Не скрывай свои подлинные чувства. А я не скрываю. Если придется, мы что, другого здоровяка не найдем? Признай, Дракс для тебя значит куда больше. Ладно, может и больше. Но не слишком. Ради него я в пещере не сдохну. Я есть Грут. В смысле некрасиво? Я говорю, как есть. Я есть Грут. Я не люблю Дракса в тайне. Извращение. Дракс однозначно нам помогал. Вот скажем на Сигнарфе, когда на нас напал тот кальмара-тигр в первый раз. А, тот тычок? И когда он второй раз напал тоже. Мантис, нам беспокоиться насчет этого тумана. Неужели эти твари и здесь тоже водятся? Может, они изначально не из Сигнарфа? И Хеллбендер их здесь отловила? Или она прилетела сюда, потому что готова из-под земли нас достать и убить? Леди Хелл хочет нашей смерти. Понимаете, что из этого следует? Что мы все умрем? Я знаю, к чему он ведет. Что мы команда, и если разозлили кого-то, то вместе. Надеюсь, у тебя в голове это звучало лучше.
Вода, туман, чудища. Что это вообще за место такое? Это место большой силы. Жрецы знают сказания о тех, кто жил здесь до них. И о чудесах, что те творили. Они мне про них не рассказывали. Потому что тогда ты не готова была их слушать. Я есть Грут? О, нет, сэр Грут. Никакого корня Катати не существует. Так что ты говоришь тут делала? О, тут она всегда одинаково отвечает. Говорю же, приходила в себя. Мне было не сладко. Мы за ней приглядывали. Пойдешь. Рот говорит, надо бы нам здесь порыскать. Так что говорите, мы тут должны найти? Лик лжи в логове лежащий. Что-то такое. Вот это что-то меня беспокоит. Ого, жутко. Я есть Крут. Никто за нами не следит. Никто в здравом уме не полезет в эту вмятскую пещеру вмятских чудес. Что происходит? Сэр Грут чувствует, что за нами следят. Да, мой колоссальный друг, я тоже чувствую. Я не понимаю, где это в этой мокрой... Что за хрень? Убить двое! Кого и? Мальчик, эти твари имеют отношение к тому, что мы ищем? Мне кажется, не уверена. Но кажется, нет. Дамочка, у тебя антенна закоротила. Это все не про меня. Скажешь, Квин, новые дружки? Не сомневаюсь. Смотрите! А, нет, мы заняты. Гамора, уби! Давай, ракета! Ха-ха! Тормоза! Но для кого как? Может, они просто рады нас видеть? О, нет! Что ты? На какой черт вы повернете? Скажу, как ласка! Но хоть того тумана нет! Выглядит знакомо! Ого! Ого! В этой пещере что-то многовато живности. Это ненадолго. Я как матадор. Но для кого как? Может, они просто рады нас видеть? О, нет! Что ты? А я это вспомнила. Тут происходит что-то плохое, чего следует избегать. Мантис? Сюда. Так, я Дракса, конечно, люблю, но ответственно заявляю, эта пещера у меня уже в печенках сидит. Я есть Крут. Кто?
лицо! Жукоглазка? Да она из туалета не выведет! Ты лицо, которое мы разыскали? Не уверен, что хочу услышать ответ. Ракета, сможешь сюда проползти? Зачем? Чтобы меня сожрал тот, кто там живет? Каменные лица. То, что мы ищем, находится за ними, под ними, либо сбоку от лица. Что скажешь, ракета? Ты же можешь придумать, как нам туда пройти. Ладно, как скажешь. Ванька готов из токарянских яиц. Ладно, закладываю взрывчатку. Всем отойти! Вроде это не тот вариант, где он... Взрыв был мощнее, чем я думала! Действуй, Квилл! И осторожней с газом! Каким еще газом? Сам посмотри! А я тут подожду! Только не сдохни! Что еще Катати рассказывает тебе об этом месте? Это жутко опасное место, и соваться сюда — это полный кретинизм? О, да! Очень опасно! Древняя-предревняя. Древняя опасность. Уже нет? Еще да? Так вот. Зеленый из люка. Вот куда нам надо. Мантис, ты что-то там видишь? Много, очень много. Вижу тени существ, живших здесь когда-то. Забытые лица, которые прозревают еще не произошедшие ужасы. И другие тени. Нас, других, того, кто сейчас наблюдает за нами... Или наблюдал за нами? Я вижу камни и какие-то кристаллы. Статую, похожую на лицо. Еще камни. Твой вариант лучше. Я вижу еще кое-что. Друзей, готовых умереть за одного из них. Надеюсь, до этого не дойдет. Я тоже на это надеюсь. Я тоже. Смотреть на эти кристаллы приятно. Да ну, видала поинтереснее. Типичные силикаты, ничего особенного. О, пушистик. Но резонируют-то они еще как по-особенному. Значит, пару юнитов за них можно выручить, если найти покупателя. Зеленый трюк.
берегу. Но нам также нужно не терять оптимизм. Мы спасательный трос. С оптимизмом у нас обычно не очень. Грут, сможешь поднять эту штуку? Есть, Грут. Вон там. Есть, Грут. Я есть, Грут. Нет, не должен он ничего обо мне знать. Держи дупло закрыто. У тебя мурашки по коре. Да я уже в воду готов сигануть, лишь бы это ощущение прошло. Ничего, что могло бы спасти Дракса. Мантис, а тут еще лица есть? Мантис? А? А, да-да, это многоликая пещера. Дошло? У меня шерсть на загривке дыбом встает. Нам нужно побороть свои страхи. Здесь или в другом месте. Самое важное — побороть их. Убежать тоже иногда неплохой вариант. Тут другой проход. Только мне эти кристаллы кажутся очень опасными. Не бери это в свою мохнатую головку. От падения с высоты ты умираешь только в двух вариантах. Это вряд ли один из них. Грут, нужно добраться до кристалла. Да и главное, Квилла, вперед пусти. Не хочу, чтобы ты упал. О, вот теперь я точно что-то вспомнила. Кажется. Здесь нужно быть осторожнее. Да, ты видишь будущее, в котором я сталкиваю тебя с обрыва? Эх, пушистик. Поразительно, что твоя вспыльчивость неизменна во всех вариантах времени и пространства. Может, стоит смириться с тем, что не все во Вселенной можно объяснить. Галактика — странное место. Надо перестать париться. Заблудиться в смертельно опасной пещере — это и есть перестать париться? Мы не заблудились, Пушистик. Ну, не в этом варианте. Мы находим то, что другие версии нас уже нашли. Разве не замечательно? Если вы хотите остановить Рукера... Рейкера. Да, Роутера, то другого пути нет. Наконец-то! Личина лжи! Наверное. И это поможет нам спасти Дракса? Нет, помешает нам его спасти. Мы ищем то, что скрыто за ним. За ложью. Мне их взорвать? Мы все подряд теперь будем взрывать. Спасибо. Обычно ты разбиваешься. Катати упоминали лица во тьме, но я думала, что это метафора. Жукоглазка окончательно спятила. Я есть Грут. Разумеется, я зол. Я промок. Шарюсь по пещере, которая тобой гляде брушится, и ищу хвост знает что! Гамора, можешь помочь с этим? Под хвост все это. Я пошел. Нет, нельзя. Мне нельзя тут прорубить? Ой, нет, не ты. Сейчас случится что-то ужасное.
Всем инстинктом клеил. Жукогласка сказала, эта рожа мешает спасти Дракса. Так уничтожим ее! Пушистик, не делай того, что собираешься сделать! Нет, или нет, мне нет. Не делай! Хватит с меня головоломку! Не делай то, что ты Давайте все-таки сделать. Выслушаем Мантис, да? Дайте так подумать, хорошо? Что, если мы обрушим всю пещеру? Тогда нам не придется больше с ним спорить. Это не повод. Грут, скажи ему остановиться. Пушистик устраивает сцену. Значит, мы умрем. Она же сама сказала, что эта штука нам мешает. Да, но... Никаких «но». Хватит с меня приказов. Ракета, нет! Ракета! Кажется, я повторяюсь, но... Спрашиваешь про план? Да. Надо бежать! Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Мантис. Где матриарх? Вот здесь как раз мой провал. Мы же спасаем тебя! Дракс! Все хорошо. Там, где мой провал, вас успех ждет. Со мной будь. Эй, народ, ошалеть! Я все еще живой! Что? Ты нас всех чуть не убил. Завязывай уже со своими взрывами, ракета, ясно? Ты возьмешь назад эти слова. Звездочет, так ты из спартанцев? И я не знала? Может, ты не всегда? Или я забыла? Что? Эти твои пушки опять что-то сделали? Он спас Дракса после того, как ты нас чуть не убил. Как пушка могла его спасти? Покажи ему, звездочет! Вот как это делается. Взрывом все равно лучше. И вовсе нет. Вот попадем еще в передрягу. Вы меня умолять будете что-нибудь взорвать. В ногах будете валяться. Вот попадем еще в передрягу. Постараюсь об этом вспомнить. Снова странный туман. Вас хоть носы на нормальной высоте. От газа Пушистик ни разу не умирает. Только от падения, камнепада, читаури, воды... Стоп, что? Ты сказала читаури? Ой, неправда. Такое смешное слово... Быть не может! Я думал, ты когда машины под хвостом не увижу! А я так и вообще надеялся! Сдохни, Читаури! Золотые слова, Питер! Нам нужна крышка, Кро! Что в этой пещере прячутся Читаури? Ты понимаешь, о ком я, звездочет? Да, я знаком с этими глазастиками. Вот только с чего им здесь быть? Вот сам у них и спроси, наша линия времени самая отстойная. Почему не соединяется? Готовься к бою, ракета. Может, они за этим странным планом? Не в первый раз Читаури балуются с биооружием. Учитывая, как нам везет, спорим, что на той стороне нас поджидают дубовые хеллбендеры. Чего нам не надо, так это, чтобы она сейчас решила с нами поквитаться. Подожди, Сая же говорил, до момента, когда в нас не будут стрелять. Эти парни что, не знают, про кто старая помянет? Эй, ну хотя бы целая армия тех жалеет. Прикинь, как было бы.
трупы! Ненавижу этих тварей! Что говоришь? Обязательно было нас сглазить, да? Эй! А вы заметили, что появился тот, кого я назвал? Что, хочешь, чтобы мы за это тебя благодарили? Давай, Пил! Ветки в руки, друг! Сколько небес, а то продолжает расти! Скорей по внутренностям! Так этот совет универсальный! Нам нужна передышка, друг! Блин, это кто-нибудь справился! Кто берет пушку? На поединок на нашем... Мне кажется, что у тумана есть разум. Это явно не совсем обычный туман. Береги, держи! Давно я никого не нарезала. Да запросто! На нас могут напасть еще и обращенные психи из корпуса! Да, это будет служить! Капла! Мантис говорит, что здесь скрыто средство от обещания! Логично, что церковники не хотят, чтобы его нашли! Не сдаемся! Я почти все, я чувствую! Просто получается, если средство по путевским вещам! Это было близко! За этим я с ним. Один физик из корпуса дома готов! Не хочется за этим носом! Еще хоть что-то выскочит из тумана, и я уйду! Нельзя уйти! Нам нужна передышка, Крон! Мы хоть знаем, что на верном пути! Точно? Очень надеюсь, что после этого... Ну что еще эта пещера против нас выстоит? Я предпочел бы не выяснять! И даже я с ним согласна! Нас вообще все ненавидят! Все, я вправил попуху этому кода! Гвилл мочится на шлечек! Мы сваливаем! Таинственный туман, так теперь терпеть. Мантис, ты в порядке? О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Стоп, это ведь уже было, да? Да, было. Но ты все еще переживаешь из-за той истории, верно? История? Я в порядке. Давайте думать, как помочь Драксу. А он расстроится, что не сразился с этими тварями. Они же не были настоящими. Ну, по-настоящему настоящими. Но сражались они по-настоящему. Может, они настоящие. Что-то в этом месте затуманит. А сколько еще будет тянуться эта пещера? Внимание! Еще каменные монстры. Может, мы с ними просто друг друга не поняли? Они ведь разумные. Мирное разрешение конфликта их вряд ли интересует. О, может, я могу помочь? Я знаю их язык. Берегись! Сбрасывай! Давай, руби! Скорость лучше, чем сила! Аминь! Эй, вы часом не в курсе, как вылечить Дракса? Ага, вот поменьше и посередине, но почти такой. Осторожно, здесь самый особо проворный. Да.
сходить перед высадкой. Может, у них другой дядя? Нам нужна передышка, Крон. Давненько я ничего не взрывал. Ракета никого не жалеет. Сделаем больно, Гамора. Мантис, нам точно нужно быть именно здесь! Скажу, что удивлен. Я была уверена. О, я его еще позже выучу. Мне кажется, я разобрала слово «убить». Или они так кряхтели. Кто бы они ни были, туман их, похоже, не беспокоит. Может, у них просто хватает мозгов не шариться в нем? В отличие от некоторых. Я есть Крут. Да знаю я, ради чего мы стараемся. И Дракс об этом все узнает. О, может, это вариант, где Пушистик совершает подвиг? Нет, ничего он совершать не будет. Вот уж тебе-то, Гамора, следовало бы давать другим еще один шаг. Как может планета быть полой изнутри? Питер, а ты точно туда идешь? Нет, точно не туда. Звездочёту не говори. Он сам должен понять. Я вас слышу! И отлично! О, я вспомнила легенду. Однажды Лайкос сидел у входа в эту пещеру 40 оборотов. Совершенно один. Не считая Катати, конечно. Но с ними не очень-то поговоришь. А зачем? Кажется, ему не понравились гости. Но он не хотел быть невежливым и просить их уйти. Такой, наверное, пригодится Гаморе. Раз сюда проникает свет, то ведь должны быть какие-то отверстия, ведущие сюда с поверхности. А, точно! Все, кто на нас нападает, свалились сюда и не могут выбраться. Растения, туман, компания. Я есть Крут. Наверное, это туман влияет на растения. Нет, я тоже ощущаю. Это что-то другое, что-то могу. Народ. Знаю, Пушистик. И это единственный путь вперед. Что такое? Он видит то, что впереди, а я то, что позади. Он и мокрый. Так, средней влажности. Я не пойду под вязкий ливень! Мы команда, что-нибудь придумаем. Может, можно отвести воду с помощью тех растений? И эта мелочь теперь не даст нам спасти Дракса? Идите, спасайте его, пока я тону! Как они тут умудряются расти? Без понятия. Но эти лопухи могут пригодиться. Для дамбы. Кому дашь? Да не... не важно. Как они тут умудряются расти? Без понятия. Но эти лопухи могут пригодиться. Для дамбы. Кому дашь? Да не... не важно. А ты что скажешь, ракета? Выглядит... не страшно. Перевожу.
Ракета не... Ракета не любит воду. Мы знаем. Мы в страшной темной пещере. Нас всех тут ждет что-нибудь, что нам не понравится. Верно. Но не в той степени, в которой пушистику не нравится мокнуть. Не стоит недооценивать силу глубоко укорененных страхов. Особенно тех, причины которых ты сам не осознаешь. Это было просто растение, не говорящее. И у нас нет выбора. Черт! Наверное, где-то застряло. Что бы вы без меня делали? Сяли! Все еще держится. Гамора, давай заберемся. Посмотрим, что делать дальше. Я знаю, что делать. Сказать ракете, чтоб кончал ныть. Ну, удачи тебе. Справедливости ради, он умирал, утонув и в куда более мелких водоемах. Вот именно. Что? Это уже какой-то абсурд. Ну, не любит он воду. Что мне делать? Ты вроде как его капитан. Ты давно с ним не общалась. Звездного лорда. Ты что-то сказал? Нет. Яблочко. Какое? Я, наверное, мог бы его взорвать. Нет. Забыл, что было в прошлый раз. Вот так вот! Не надо! У него и так самооценка завышена. Ни одному не хватает драксовских байк про кота. Наверняка у него есть кататианская сказка, очень уместная в нашей ситуации. Их вариант сказки про Джека и бобовый стебель. Неужели получилось? Наполовину. Тут же теперь процентов на 50 стало суше. А мне на 100% плевать. Ладно, продолжим. Жукоглазка, сколько раз ты видела, как мы умираем в мучении? О, это слишком грустно. Я считать перестала на 50. Супер! По десятке на брата! О, нет, на 50 тысячах. А еще поможешь, Гамора? У тебя нет таких клевых пушек, ракета. Хочешь не злить, я их у тебя свистну. Как этот Джек бобовый стебель? Ну, а сейчас? Корень застрял. Делает это растение переросток. Жрецы называют его гуром.
дающий свет и жизнь. Соглашусь на крышу над головой. Эй, Грут, поможешь забраться? Я из Грут. Поможь! На какую высоту? Я из Грут. Можешь попробовать, но, по-моему, это растение не из тех, что с мозгами. Я из Грут. Вот видишь, я ж говорил. А если я прыгну, ты ведь меня поймаешь? Живем, увидим. Не слишком обнадеживает. А ты прыгни как следует. Не смешно. Давай оставим ракету здесь. Спасем Дракса, а на обратном пути его подберем. Если не найдем его... Грут на это не согласится. О чем это вы там? Здорово, Питер. О, спасибо. Вот поэтому я звездный лорд. Спасибо, Крил. Правда. Я была уверена про щупальца. Я есть Грут. Что скажешь, Грут? Мы теперь снова все вместе. Я есть Грут. Конечно. Сухая ракета, довольный ракета. Сейчас ты довольный? О, да. Ты не видела темного пушистика из других реальностей. И это хорошо. Очень хорошо. Что ты знаешь про этот коридор, Мантис? Вроде это тот мокрый эпизод. Да-да? А разве мокрый эпизод не позади? О, будет хуже. Гораздо. Народ! Все целы? Тут совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? Я есть Грут. А что, так можно было? Я есть Грут. Говорит, он не любит выпендриваться. Спасибо. Не буду я им рассказывать. О, точно. То самое. Ты рассказываешь в темноте. Это очень важно. Нет, не важно. Молчи! Я есть Грут. Ракета, мы тут все свои. Да нечего рассказывать. Просто... В лаборатории, где меня держали, ставили эксперименты. В баках с водой. И это было ужасно. Эксперименты по сенсорной депривации на полусвете. Слышала об этом. Сенсорная депривация, это, считай, еще праздник был. Так вот, почему ты не любишь воду. Мять. Я и не знал. Это все не важно. Не люблю мокнуть, и все тут. Ну и долго мы будем тут болтаться в темноте? Это как метафора. Физическая темнота – отражение того, где сейчас находится разум зеленого злюки. Немецкий визор. Это тебе не фонарик, Квилл. Помнишь, как было в карантинной зоне? Я думал, это было из-за той энергии. Энергии в темноте. Грут светится в нестандартной части спектра. Грут, как вы сияете!
Я и не знала, что флора колосса смогут биолюминесцировать. Ты еще много чего о нем не знаешь. Питер, а ты точно туда идешь? Нет, точно не туда. Звездочету не говори. Он сам должен понять. Я вас слышу. И отлично. Достали фразочки мисс Тонкие намеки. Милая, я тебя умоляю. Тут уже хотя бы посветлее и посуше. Вот и хорошо. Мантис, ни о чем не хочешь нас предупредить? Я пытаюсь вспомнить. Кажется, дальше начинаются странности. А опять этот стрёмный туман. А он всегда тут есть, пока не исчезнет. И как это понимать? Не ви... Опять Хеллрейзеры. А, точно. Только это не они, а те гады с глазами из зоны. Я точно слышу Хеллрейзеров. Ошибаешься. Это гады с глазами. Я не знаю. Все так не ясно. А мне все ясно. Мои уши не ошибаются. Ракета прав. Я не знаю, как это возможно, но это хлюпанье. Я ни с чем не спутал. Звук шлепающегося на пол гигантского глаза. Говорил же? Но как это возможно? Это прям настоящий кошмар! Смотрите-ка, туман исчезает. И становится виден выход. Странно, словно у этого места есть собственная воля. Не воля, сила. Можно? Я даже не знаю, куда мы вернемся. Мы идем вниз. Всегда вниз. Ни у кого больше нет дежавю. С этим туманом все одинаково. А звучит по-разному. Это же те же лес Сигнарфа. Вот откуда толстячок 2. Нет, это корпус Нова. Я слышу голоса. Ты что, уже людей от монстров на слух отличить не можешь? Дело не в этом. Мы явно слышим не одно и то же. Я слышу один шум. Один сплошной шум. Гамора права. Я слышу голоса, как тогда, когда нашел шлем на базе Нова. Вова спятили. Прошли хвост! Я слышал шлем! Неважно, кто из нас прав. Нельзя доверять своему слуху. У тебя что-нибудь проясняется? Я вижу туман, слышу голоса и битву. Ну да, так оно и есть. Зато мы можем отсюда выйти. Вам не кажется, что нам мозги пудрят? Постоянно. Так, а вот теперь это те прыгающие глаза из зоны. Без вариантов. Я не буду спорить. Кто-то явно с нами забавляется. Читаури? Ну ты вообще даешь. Ты тоже поклещи Гаморы. Эти ящерицы-переростки вечно щелкают. Мох из ушей вынь. Что-то не так. Согласен с Грутом. Это читаури. Мне эти твари в кошмарах снится будут. Ракета! Ящери! Чехвали!
зовет, мы откликаемся. Мы что-то упускаем. Покрытая туманом тайна. Дорогие тайны. Драться бы понравилось. Ритма Гамма. Это такое оружие? Такое понятие. Да, слышу. А что это? Нет, это все не может быть реально. Дрались мы с ними вполне реально. Дело в тумане. Он издает звуки. А то, что они звучат, как все подхвосты, что в последнее время пытались нас убить. Совпадение? Я однозначно слышу громил леди Хеллбендер. Дело в тумане. Он издает звуки. А то, что они звучат, как все под... Не понимаю, почему, но я слышу тех склизких тварей с глазами из карантинной зоны. Реально. Дрались мы с ними вполне реально.
опять этот стрёмный туман. А он всегда тут есть, пока не исчезнет. И как это понимать? Опять Хеллрейзеры. Точно. Только это не они, а те гады с глазами из зоны. Я точно слышу Хеллрейзеров. Ошибаешься. Это гады с глазами. Я не знаю. Все так не ясно. А мне все ясно. Мои уши не ошибаются. Какое еще чш? Звездочок прав. В чем прав? А вот и новый выход. Нам показалось? Не знаю. По-моему, все это как-то связано с этим туманом. Так нам нужно было просто молчать? Стоит вам назвать врага, как он тут же его вызывает. Ну, конечно, от вас дождешься. Я видела столько версий нас, сражающихся со столькими врагами, но их источник, он еще не побежден. Короче, с этого момента всем смотреть в оба и молчать в тряпочку. Туманная сущность временно отступила. Пока опасности нет. Жокогласка, не в обиду будет сказано, но я уже не понимаю, что ты там бормочешь. Так этот туман еще и сущность? Да, вроде. А... Не расстраивайся, Пушистик. Мы еще живы. Это так редко бывает. Я согласен с ракетой. Стремные пещеры, поиски непонятно чего, это еще ладно. Но этот туман, это уже перебор. О, я так тебе сочувствую. К счастью, поворачивать назад уже поздно. Повернуть назад никогда не поздно. Поворот назад — наш коронный ход. Она права. Из комнаты с туманом нет другого выхода. Идем вперед или погибнем. Ура! О, вы это чувствуете? Мы совсем близко. Что, определилось, что мы ищем? Да нет, но я знаю, что это будет непросто, особенно для тебя. В одном из вариантов от нас остается мокрое место. Супер! Дай угадаю, опять спускаться? Если хотите спасти Дракса и всю галактику... Мы подумаем. Откуда ты знаешь, что мы близко? Так. Ну, еще. Рабочие! Будет еще немало! Порядок! А этого я не помню. Ладно, ладно. Слушайте, братцы, я благодарен вам за то, что вы сделали для меня. Я про воду там. Но плестись за букашкой дальше вглубь — это полная глупость! Ракета! Нет. Туман! Хряки! Мокрая вода! Так-то все водопады. Не-не-не-не-не-не! Нет! Нет, Квилл! Она даже не в курсе, где мы! Она не в курсе, куда мы идем! Она не знает, что мы ищем! Мантис, горячо, холодно. Комнатная температура. Ну все, все! Это бред. Она, вероятно, бред. Но не в ней же дело. Дело в нас. И я вмять горжусь нами. Столько усилий мы еще никогда не прилагали. О, в этом варианте ты их вдохновляешь. Только вдумайтесь, кем вы были в начале. Но ты был ободранным пиратом, что от дерева сбежать не смог. Именно. А ты был охотником за наживой. Таким же ободранным, таким же порочным, эгоистичным. В бездумной гонке за юнитами, бары. Контракты. Банки грабят. Кое-что я и сейчас люблю. Я тоже. Но мы сюда не за этим пришли. Так? Ты надираешь задницу ради Дракса. Не Дракса-разрушителя, не Дракса-преступника, а Дракса, нашего друга. Ты, Гамора, ты прочесывала галактику, охотилась за головами, чтобы отомстить, и, подозреваю, выбирала для этого самые болезненные способы. Но согласись, это так здорово. Стараться ради того, кто тебе дорог.
Это так приятно. А Грут? Я есть Грут. А он сказал, можешь не... Нет, я закончу. Нам есть чему поучиться у тебя. Ты не жалуешься? Или я не секу этого, но я просто уверен, что это именно так. Ты всегда готов помочь. И в этом вся суть. В нас. Как команда мы растем. Пошли за чеканутой в пещеру смерти, чтобы помочь своему другу. Мы команда. Нет, мы семья. Мы с вами вмять Стражи Галактики. Да! Мощно задвинул Квилл. Могли бы остановить меня. Жалко было. На тебя прямо вдохновение снизошло. Взорви их, ракета! Или, может, лучше юниты? Лучше юнитов! Найди проход за статую, звездочок! Клоп, ей нужно остановить изнутри! Питер, ты понял? Да-да-да, что-то насчет статуи! Береги! Не ожидал! Но злой я! Красавчик! Видел бы ты себя с крючком на голове! Пушистик! Вот теперь нужен взрыв! Ты это видишь? Да, могу добраться. Допусти! Отлично! Срывай эту штуку ко всем чертям! Питер, я не знаю, сколько еще смогу отбиваться! Получится. У него ведь получится, да, Мантис? Мантис! Я не знаю! Все еще жив. Ты что, рисковал ради нас? Если товарищ влип,
товарищ. Ракета, брат. Да ну. Идем спасать Дракса, что ли? Тепло. Совсем, совсем тепло. Она полагает, мы туда прыгнем. Я, может, и не знаю, что мы ищем. Но знаю, оно внизу. Ладно, чего тянуть? Зря я, что ли, до нитки промок. Торопитесь! Я чувствую, как ложь патриарха укореняется в сознании зеленого слюги! Слыхал ты меня? А я девчонка потеряет! О, да! Это именно то место! Я была почти уверена, что оно где-то тут! Ты поняла, что мы здесь ищем? Что-то печальное, потерянное, пытающееся похоронить прошлое. Если оно здесь. Хвостом чую, скорбит оно нас каком-нибудь чудовище. Нам быть готовыми к драке? Наверняка. Ведь вы не больно-то сильны в разрешении конфликтов мирным способом. Шутишь? С нами же лучший в мире переговорщик. Плевать, что там внизу. Если это поможет вернуть нам нашего кататианского ворчуна, я прыгаю. И вы, надеюсь, тоже. Ну, народ. Стражи Галактики мы или погулять вышли? Это ты типа меня изображаешь? Знал бы ты, сколько раз я слышала, как ты толкаешь эту речь, а потом Гамора говорит. Что, без Дракса мы не справимся? Ага. А Пушистик говорит... Нет, я в это не играю. А Пушистик обычно говорит... Квилл, если нас сожрут, я тебе это припомню. Звучит похоже. Расслабьтесь, никого из нас не съедят. Вы это тоже чувствуете? Что именно? Энергию в воздухе. Я это шкурой чую. Я есть Грут. Да, Грут говорит, у него тоже в корнях покалывает. Это место опасно. Вот и оно. Родина исцеляющего света. Родник лекарства. Источник силы Рейкера. Это что, Покон? Говорил же, она хочет скормить нас какому-нибудь гигантскому жуку. Или может она сама жук. А это какой-то внешний желудок или что-то в этом роде. Ты осознаешь, что это все очень странно? Дальше будет еще страннее. Да что? А, дрянь. Надеюсь, только Драксу придется лезть в этот стрёмный кокон. Постылый пастух пополнил паству. Суетные сподвижники. Не зевай, борода! Какого... Ваша великая вина вторжения, Вероломна. Бессмысленно бить Бога. Найди небытие, нарушитель. О, это он. Так, Злюка, давай, очнись.
Нашел. Враждебное вероломство вижу. Страшилище из твоей башки раскуроченной. Порядок, народ, это он! Аарон ведьма! Нет, не так. Айден Войлок, Артур Аверлок. Адам Ворлок? Точно! Бог тот золотой! Стойте! Это его Рейкер назвал святой бутылкой? Круто выглядит, мертвяк. Сподвижники самодовольного священника. Что? Мы с Рейкером? Да сейчас! Мы шкуру с него хотим содрать. Видишь? Друзья. Ладно, здоровяк, вперед. Идем. Варианты с нашей гибелью в прошлом. Рейкер-стервец крышу галактики снес основательно. И друг наш нарвался. А вместо тебя у него юная синекожая модель. Но... как насчет тебя? Мантис верит, что ты исцелишь Дракса. Прошлые пилюли — пагубная прихоть. Былая блажь, придется позабыть. Кто-нибудь понял, что он сказал? Он сказал нет. Просто принесу пользу, уйдя в унылое уединение. Не сейчас, золотце. Фрагменты надо объединить. Ближе подберемся и сложим пазл. То есть ближе. Очевидно, сюда. Эй, стоп, давай поговорим о...